пота. Так. Столько хватит? Да, значит, я каждый день столько ем и постолько. Так, вот эти. Вот так сидеть, как-то. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. На ваших глазах я съел уже это масло тиграна, не зелье, а масло. Знаете, я занимаюсь вот гравитационной гимнастикой, нагрузки, конечно, огромные, такие какие-то специфические, и они огромные. И вот так чувствовалось, что на сердечко дается большая нагрузка. И я вот принял вот эти вот масла разок. Тиграна говорит, ну попробуй. Попробовал, значит, так сразу как-то сердце у меня стало лучше. И продолжаю заниматься. Теперь, конечно, нам интересно узнать, что это за масла и как они работают. Тигран, вам слово. Добрый день, уважаемый зритель. Добрый день. Наш Геннадий Петрович. А произошло следующее. Очень серьезная, скажем так, у нас сегодня передача, посвященная сердечно-сосудистой системе. Сердечно-сосудистая система – это тот кит, на котором, скажем, держится первоочередность нашей функциональности. Качается кровь, жизнь продолжается. Кремний, вот именно вот этот кремний, и ничто иное занимается такой программы, как упругость и эластичность сосудов. Стеночки сосудов. Вы понимаете, все вот эти рассказы, попьем кальция, там вот это там. Вот, вот. Ну, кальций для костей. Да, ну вы знаете, сомнительно все с этим кальцием. Это, они же сами между собой и спорят. Не то, что это мое мнение. Там, вот, а вот это, пожалуйста. Долгожитель называется это. Упругость, эластичность во всем. Теле, упругость, эластичность там. Везде нужна упругость и эластичность. Без нее никак. Сустава, соединение тканей. Ну тут тяжело не согласиться. И этим занимается только кремний. И поставка его в организм очень ограничена по причине того, что... А откуда? Вопрос. Скажут, да, есть хвощ. Мы будем его ведрами пить, хвощ. Мало. Есть капуста. С капусты можно. Поле надо съесть. Вы понимаете, в чем дело? А он кремний. Не помню сейчас, или семикратно, или восьмикратно крутануется в организме, он выводится. То есть нужно постоянно его это самое. Вот эта схема и пришла, это благодаря вот этому Рычински. Это вы вычислили этого онколога. Поляка. Он, да, он онколог. Я, кажется, по его учился по его технологии, но как-то с головы вылетело. И получается, что долгожитель, хочешь жить долго, нужен кремний. Все, все, все есть в этой, скажем так, в этом масле. Вот именно и оно, это масло, и занимается антитромбообразованием. В моей практике были тромбы в сосудах. У людей стояла проблема, вообще тромб мешал продвижению крови, и нужно было вообще отрезать ногу. А холестерин? Вот тромб или холестерин? Холестерин, Геннадий Петрович. Несколько другое отложение бляшки. Его функциональная скремия настолько велика, что вот, ну просто поражаешься. В принципе, все полезно, правда, и то полезно, и кальций хочется, и магний, и пятое, и десятое. Он считается вторым элементом после кислорода, и этим все сказано. Не знаю, на планете он второй. Понимаете, по надобности для организма. Получается так, что его функциональность настолько велика. Вот лично я вообще ничего не придерживаюсь, честно говоря. Понимаете, никаких, ну вообще ничего не придерживайся. Съел это и своего зелья попил. Ходьба. Тут уже строго. Ходьба 40 минут, я хожу вообще без разговора.
Так что вот такие дела. Хорошо. Что здесь? Так, кратко нам. В составе есть именно тот кремний. Он здесь находится на ионном уровне, концентрированный, скажем так. Он очень дорогой, очень, понимаете, его особо чистые вещества. Зарубежная технология приезжает в Москву, и там у меня договор, я его забираю, скажем так. Понимаете? Хорошо, здесь кремний, а вот здесь что? Есть несколько видов у меня масел. Это масло номер 3. Здесь везде ствол кремниевый, ствол, а листва уже разнообразна. Потому что вопросы мы решаем... Ну, в качестве примера, а вот какая разнообразие здесь? Здесь, допустим, еще есть, ну, один такой секретик маленький открою. Здесь есть горчичное масло вместе с кремнием. И плюс еще что-то. И вот так же внутрь? Да, употребить. Перед каждым употреблением разболтали, да и это тоже в том числе. И прием вовнутрь. Как раз попробуйте и вот эту схему, скажем так. Она учит великие вещи, вот эти. Вот знаете, практика что показывает? По чайной ложечке принимать, да? Вот, как да, по чайной ложечке, допустим, вы понимаете, как ну, для здоровья. Хорошо, профилактически. Для того, чтобы насыщать организм кремнием и за счет этого ликвидировать разрывы сосудов, тромбообразование и множество других болезней, которые возникают на основе того, что эластичность сосудов снижается. В том числе гипертония там будет и так далее, профилактика инфаркта, инсультов. Значит, это по чайной ложечке? Профилактически, да. Профилактически принимается по чайной ложечке. И это вкусовая профилактически, можете понимать. Можно чередовать. Чередовать, то есть... Да. Так же работает, да? Кроме да, все работает. А горчица зачем здесь? Вот, что интересно мне лично. Масло горчичное обладает... А, очень... горчичное да, масло. На горчичном масле. Комбинация, да. Это считайте, так, так и называется, народе пошло, горчичка, короче, горчичка. Обладает тоже массой всякой, скажем так, нужности и полезности. Это можете сами прочитать. Я вам скажу вам, знаете, что происходит? Начиная от пищевода... И кончая с желудки. Желудки вообще лечатся, ну вот, вот этими маслами, ну вы знаете, ну я прямо не знаю, прямо на раз-два. Но это как раз такая маслянистая и обволакивающая основа. Это не голословность. Есть понятие регенерация, регенерация, восстановительные процессы. Без, понимаете, кремния, ну тяжело их перезапустить. Перезапуск нужен организму однозначно. Как это сделать? Только ходить. Мало. У меня по городу то столько людей ходило, я к ним подходил, же общаюсь, все знакомые, ходят, типа. Но я же вижу, что им тяжело, им нужно топливо. Понимаете, ходоку нужно топливо, Геннадий Петрович. И материал. А что, какое топливо кинуть? Они вот, ну что они вот люди делают? Кардиомагнил. Ну, разберем этот кардиомагнил. Говорит, для разжижения крови. В составе кардиомагнила что есть? Магния, гидроксид и... и 50% ацетилсалициловая кислота. Да на этой ацетилсалициловой кислоте уже копия сломали, они же сами. Одни говорят, что они сосуды делают деревянными, другие говорят, что они делают их наоборот мягче. Кому верить? Им. Понимаете? Они между собой не разберутся. Разжижение крови меня вообще это смущает, Геннадий Петрович. Я сейчас вам объясню, вы поймете. Если взять кровоток, представить, что течет река где-то. Река... То деревья упали, то всякий мусор упал, да? Не идет уже вода хорошо. А мы предлагаем, а давайте мы воду разжижим. Она между деревьями лучше пойдет. То есть мы не ставим вопрос, а давайте мы это почистим. Оставим вопрос. Интересный подход, видите? То есть если кровь плохо идет из-за того, что холестериновые бляшки там, допустим, какое-то там тромбообразование там имеется, да, из-за этого ток крови ухудшается там в сосудах. И действительно мы не убираем вот эту причину, которая загрязнила сосуды в виде вот таких вот бляшек, а пытаемся сделать там кровь, чтобы она лучше там бегала. А нам надо действительно растворять. Вот. Ваши технологии, вы что, что говорите? Интересно. Ищите первопричины, друзья мои. Ну, всегда, вы же чему учите? Ну, да. Туда лезьте, вот туда. А почему, от чего? Вот с этого началось. Так это меня поражает, допустим. Ацетилсалициловая кислота
Ну, я не знаю. Вы знаете, и дорого стоит главное. Ну. Да это делается банально просто. Если так сильно хочется чего-то разжижить, покупаете магния, сульфат, это то же самое, что это тоже гидроксид практически. Угу. Магния, сульфат стоит 22 рубля 25 грамм. 25 грамм высыпаете в ведро воды, хорошее, вкусное, разболтали и разжижайте, сколько вам, сколько не влезет. Ага, ладно. Итак, вы знаете, я хочу все-таки и наружное применение сказать, потому что очень важно, нету кровотока головному мозгу. Угу. Наружное применение, ну, я не знаю, в течение месяца этот шейный остеохондроз... Вот этим смазывать? Да, или, да. Или вот этим? Хоть этим, хоть этим. Угу. Уйдет, ну, уже проверено, перепроверено. Вы понимаете? Сердце колет, бабушка стоит около этого одна, там, сынок. Втирание в грудную клетку, вот сюда, в зону, вот эти триггерные все зоны. Вы понимаете? Расслабляются мышцы, отпускают нервные окончания, все, сердце не болит. Почему? Потому что 95% это невралгические, вы меня извините, сигналы. Сердце 5% всего-навсего, понимаете, имеет в своем дисбалансе, скажем так, патологии каких-то, которым нужно медицинским путем. А этих болезней расписали. Тахикардия, махикардия, нарадия, дри. Какая тахикардия? Вот. Заканчивается. Вот почему у вас так быстро? Да, с одного раза. Вы понимаете? Большая суперпроницаемость, потому что особо чистые вещества, медицинские. Проницаемость, кирпичики это. Понимаете? Кирпичики в сосуды дырявые. Закрыла и все, получилась эластичность упругость. А когда их эластичность упругость, ну любой скажет, так хорошо. Ну, эластичность и упругость нашей соединительной ткани это еще и молодость. Потому что молодость характеризуется тем, что ткань у нас, будем говорить, держит. Например, женская грудь не обвисает, а становится более упругой. Так, у нас щеки тоже не обвисают, если мы это все делаем здесь, шея. Вот, так что она действительно кремние. Да, это знаете, какой-то минимум дает. Мы сейчас не говорим о той безумной молодости. Ну, нам было 70, и мы сейчас с Геннадием Петровичем пару ложек съели. На 50. Все, уже нам 25. Да, по 25 лет. Мы говорим о стабильной, о стабилизации ситуации, о стабильной жизни. Понимаете? Вот сейчас вы, допустим, веса будете намного легче поднимать. Банально просто. Сердечко будет работать мощнее. Хорошо. Это самое. Ну, что сказать? Да, будем подводить итог. Вы знаете, вот, конечно, вот это вот прослушал. Можно поверить, можно не поверить. Но я уже, видите, сколько тут это выхлыстал. И я как-то на своем примере убедился, что это действительно работает. То есть очень важно понимать, что можно много рассказать, а работает это или нет, я лично убедился на своем собственном примере. Так что, рассказ бесконечен. Если у вас есть желание, можно убедиться на своем собственном примере и потом на полях нашего YouTube-канала высказаться, а так ли это или не так? Я можно скажу, все-таки людям очень интересно. Пересылка возможна только по России. Потому что все остальное очень дорого. Казахстан дорого. Вот с Греции пишут. Вы меня извините, друзья, я очень вежливый человек. Но я не могу в Грецию выслать, никак невозможно это. Цена, это надо бы озвучить все-таки. Здесь 100 миллилитров. 100 миллилитров стоит 600 рублей. Вот этого количества в месяц вполне достаточно, чтобы жить молодцем или красной девицей. Никаких сердечно-сосудистых, никаких это самое, понимаете? Но пересылка съедает все. Ну да, пересылка еще, наверное, 600 рублей. Да, понимаете, все или дорого вот получается. 1200. Вот такие дела. Так что... Я сегодня попрошу Геннадия Петровича, мой электронный адрес у меня есть, извините, у меня нету ни WhatsApp, ничего нету, я не буду этим заниматься. Электронный адрес, если возможно, опубликуйте, пожалуйста. Опубликую. Да, ну хоть ну, что-то скинешь, и, пожалуйста. Уважение окажем вашим подписчикам, может кто что спросит.
Ну все, на этом мы заканчиваем. Да, желаю удачи всем. До свидания. Будьте здоровы и счастливы. Доброго здоровья. До новых встреч. А сейчас у нас гравитационный гимнастик на тренажере Сергея Прокофьевича Кривых. Итак, вперед.